рассада клубники царицы подходит для выращивания как садоводами-любителями, так и крупными фермерскими хозяйствами. Стабильный спрос на этот сорт обусловлен следующими факторами. Крупные ягоды, которые к тому же хорошо переносят перевозку, что обеспечивает возможность выращивать клубнику на продажу. Выдающаяся устойчивость как к низким, так и к высоким температурам. Повышенная устойчивость к грибковым заболеваниям и вредителям. Высокая урожайность сорта, позволяющая использовать клубнику царицы не только для выращивания на приусадебных участках, но и в коммерческих целях. Земляника садовая ткаритка – это травянистые. Земляника садовая ткаритка имеет средне-поздний срок созревания. Урожайность земляники садовой ткаритка составляет 2,5 кг. Плоды имеют массу до 40 грамм. Форма у ягод тупоконическая. Окраска ягод красный. Вкус кисло-сладкий, мякоть нежная. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Важно, что земляника садовая ткаритка самоопыляемый, обои полый.